честь столетия комиссии по делам несовершеннолетних в Сочи прошло торжественное собрание. В зал органной музыки пригласили тех, кто ежедневно занимается защитой прав несовершеннолетних, организацией работы по выявлению безнадзорных детей, а также родителей, не выполняющих свои обязанности. Защита детства – это одна из самых важных задач, отметил на торжественном мероприятии глава Сочи Анатолий Пахомов. Ведь дети – это будущее нашего города и страны, ну а сегодня они нуждаются в защите и любви. Только вы и ваши коллеги смогут зажечь детские глаза новой здоровой идеи, предложить ребенку безопасный жизненный маршрут и проводить его во взрослую жизнь сильным, законопослушным и благополучным человеком. Члены комиссии ПДН выполняют ряд важных задач, посещают неблагополучные семьи, проводят беседы с родителями. Они играют важную роль в защите детей от жестокости, насилия, негативных влияний социальной среды. Миграционные процессы больше охватили наш район. И у нас увеличилось количество детского населения, увеличилось количество многодетных семей. И здесь нельзя переоценить роль комиссии по делам несовершеннолетних, которой в этом году исполняется 100 лет. Это точечная работа со сложными подростками, с поломанными судьбами. Решать важные задачи помогает принятый в 2008 году в Краснодарском крае так называемый детский закон. Он в лучшую сторону изменил положение дел с детской безнадзорностью и подростковой преступностью, а еще повысил ответственность родителей за воспитание своих детей. Так, за последние 10 лет в Сочи количество детей, стоящих на учете, удалось сократить в 2 раза.